7, 8 и 9 июля 2011 года в самом красивом городе на Земле состоялся первый и единственный в Восточной Европе и России мировой фестиваль молодежной музыкальной культуры «Белые ночи Санкт-Петербурга». Сегодня в России существует масштабное международное событие в сфере эстрадной музыки европейского и мирового уровня. Это первый российский фестиваль, организованный при значительной государственной поддержке, который позволил закрепить в сознании нового поколения образ нашей страны как центра мировой молодежной культуры. История международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» насчитывает 4 полномасштабных события, которые перевернули представление о российском шоу-бизнесе конца 20 века. Первый фестиваль состоялся в 1992 году и был зарегистрирован ФИДОФ – Международной федерацией фестивальных организаций. На сцене фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» выступали звезды первой величины. Джо Кокер, А-Ха, Бонни М, Рики Мартин, Хулио Иглесиас, Джет Ротал, Скорпионс, Европа, Дип Пепл, Стив Уэй и другие не менее известные исполнители. По оценке специалистов, участников и гостей фестиваля, организационный и технический уровни проведения соответствовали лучшим мировым стандартам. В новом тысячелетии история находит свое продолжение. 2011 год. 5-й международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В состав жюри фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» были приглашены Томас Андерс – певец, доктор Ричард Найлс – продюсер, Дмитрий Закон – продюсер, Марко Тверини – продюсер, дуэт «Даун Лоу», Драгон Никитович – продюсер, Лиз Митчелл – певица. Ведущие фестиваля – певица, актриса, телеведущая Елена Север, радио и телеведущий Антон Камолов.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сегодня здесь, в этом зале, на нашем международном музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Именно неповторимый дух «Белых ночей» вдохновил молодых исполнителей и звезд мировой сцены принять участие в нашем фестивале. В течение двух конкурсных дней мы увидим яркие выступления участников фестиваля, представляющих разные стили и направления современной музыкальной культуры. На сцену приглашается создатель фестиваля Владимир Киселев. Добрый вечер. 20 лет пролетело как один день. 20 лет тому состоялся первый фестиваль. В силу разных причин мы на некоторое время ушли, не проводили наше мероприятие. В этом году мы возродились, восстановили фестиваль, получили поддержку нашего государства и надеюсь, что все последующие годы будем только наращивать нашу силу. Поздравляю вас с открытием, поздравляю вас с тем, что мы вернулись, надеясь на свое законное место. Все конкурсанты, конечно же, волнуются, стоя за кулисами, надеясь на то, что их выступление понравится и вам, уважаемые зрители, и, конечно, нашему высокому жюри. И встречайте первый коллектив, представляющий, кстати, родину мирового шоу-бизнеса. Дуэт S&M, Соединенные Штаты Америки. Stick up for me. If I were a boy, turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. Oh, I'd have put myself first and make the rules as I go. I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home.
but you're just a boy. А сейчас я надеюсь, что нашего представителя Болгарии ждет теплый прием. На сцене Рене Ранев, Болгария. Ваши аплодисменты. But I just can't get no relief. Hurt somebody, ooh, somebody. Can anybody find me somebody to love? Hey! Oh, work hard every day of my life. I work till I act my boss at the end. I take all my heart and pain all on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down through my eyes. Oh, somebody, ooh, somebody. Can anybody find me somebody to love? Every day. Надеемся, именно темперамент этого конкурсанта принесет ему долгожданную победу. Встречайте на этой сцене Игорь Митрович, Македония. Ты мне даде любовь, нежно все, что некой би посакал. Ме любаше со цело своје срце малечка, но не заслужувам и сега доцна е да барам од тебе да ме разбереш. За сите сози твој крив сум, добро знам. Јас не мила не можам да ги гледам, ти е тажни
очі твої, за то найдоброе, та замі нам Ісусе масам, та останам, кога би можел яс, да те любам, те, що любив, би останам, но серце ламо комраз, не може то скрешено е, за да люби пак. Ти треба тебе, ова мила моя, малечка, да може пара малку любов дати дадам яс. Но не можам, ти било различно, і немаше да се плашам. Мене засите солзи твої, крив сум добро знам яс. Не мила, не можам да ги гледам пієтажни очі твої, за тоа найдобро е да заминам Ісусе масам, да останам, кога би можел яс, да те любам, ко што любек би останам. А я ще пробам да сватам, како дозволь тоа да. Да і пробам, кога би можел яс, да те любам, то што любек, би останам, но сърце ладно към раз, не може тоа скрешено. Спасибо. Сейчас на эту сцену выйдет представительница Танзании Франциска Урио. Встречайте. I'm
На эту сцену сейчас выйдут уже ставшие знаменитыми, уже признанные звезды мировой музыки, которые лишний раз доказывают, что музыка, конечно, не знает никаких границ. И сегодня в Санкт-Петербурге настоящий праздник молодежной музыкальной культуры. Встречайте, Томас Андерс. Томас Андерс, ваши аплодисменты. You know, my girl, I need you to write my story. You love to fly, but now you are by my side. It's you I need, and there is no point in worrying. Time to decide, say hi or goodbye. Ladies and gentlemen, especially for you tonight, you're my heart, you're my soul. Thank you.
Спасибо! Думаю, что этих ребят нужно представлять тебе. А чего же, Антон? Ну, посмотри. Раз, два, три, четыре. Четверо мужчин, во-первых. Во-вторых, все они из Франции. А Франция, это же, знаешь, это любовь, это романтик. Так что тебе нужно их объявлять. Итак, представители Франции. Группа «Модель». And we'll be playing for you a song of our own called «Drama Queen». The drama queen lives her life in cutscene scenes. She's the most irresistible drama queen. She walks and she cries, but she stays so keen. She lives in a lie, if you know what I mean. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe, girl. It takes as long as a heartbeat. And it will break as fast as a heartbeat. My drama queen makes her way in her dreams. She's the most incredible drama queen. She runs and she cries, but she stays so keen. She dwells by the yellow submarine. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe, girl. It takes as long as a heartbeat, and it will break as fast as a heartbeat. Didn't away, but she will not stay, and she's free. And she's free. In a way, but she will not say, and she's free. Drama queen, je ne sais plus quoi te dire.
À chaque parole, les choses s'empirent. Et toutes ces balles, quand tu me tires dessus, je ne peux plus en guérir. So put your heads down, we did it before, girl. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe it takes as long as a heartbeat. And it will break as fast as a heartbeat. Ces moments où tu me laisses, je me fonds dans ma détresse. Je ne sais plus ce qui t'intéresse. Et pendant ce temps, tu me blesses. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe, girl. It takes as long as a heartbeat. And it will break as fast as a heartbeat. Мы переходим к следующему нашему конкурсанту. Традиционно любима итальянская песня русским народом. Будем надеяться, что такая же народная любовь ждет и песню нашего следующего участника, представляющего как раз Италию. Массимо Бертачи. Певец, обладающий диапазоном в 4 октавы. С 5-летнего возраста Массимо выступает на итальянской сцене. На сегодняшний день в его копилке множество наград с международных фестивалей и конкурсов. Встречайте на сцене Массимо Бертачи. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being less on your lips, no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living alone. My friend tried to tell me find a man on my own, but each time I tried, I just break down and cry. 'Cause I really love you, so I'm saving all my love for you. You used to tell me we're gonna ride away together.
love gives you the right to be free. You say I'll be patient, the sway I lead along. A few minutes more, gonna get that feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night, oh, I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving up my love. Yes, I'm saving. Следующая наша конкурсантка, мне кажется, поет... Да, она поет в другом стиле. Более того, Мара Ким, она не только поет, она и пишет песни. Пишет на трех языках – немецком, английском и греческом. Неудивительно, что ее произведения популярны не только в самой Германии, но и по всей Европе. Встречайте, на этой сцене Мара Ким, Германия. Come home, it's late, but you don't sleep at all. I know you know.
Ну а сейчас на этой сцене победитель фестиваля в Сан-Ремо, кумир миллионов, прекрасный исполнитель романтических баллад. На сцене Друппи. Чао. Yeah.
Grazie, grazie. Сейчас на сцену выйдет продюсер и автор песен, шведский музыкант Андерс Вредхов. Вот что он сам говорит. «Мне всегда нравилось совмещать свою собственную музыкальную карьеру с продюсированием и написанием песен для других артистов и групп». Итак, на сцене представитель Швеции Вредхов фит Алекс Доттер. Встречайте! You're my obsession. Girl, all I want is your affection. Oh, it's like dangerous attraction. We are the ultimate perfection. So take me with you tonight. All right. And then I'll let win this fight. Oh, 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 all right. And take me out to the clouds above. My hardcore love. You're my final destination. Baby, you are my salvation. We're the strongest revelation. So take me with you tonight. All right. And let all that win this fight. Oh, 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 all right. Take me up to the clouds above. I wanna rock it, there's no limits. No, 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 when you say stop, I say so. Take me with you tonight. Alright. And then I'll let win this fight. Oh, oh, alright. Take me up to the clouds above. My hardcore love. Give me more, give me hardcore. 'Cause you're my hardcore love. You're my hardcore love. Настоящим украшением нашей сегодняшней конкурсной программы станет выступление конкурсантки, представляющей Колумбию. Я знаю, что в этой стране рождаются очень талантливые вокалистки. Андреа Фарфан, например, приехавшая на наш фестиваль из Колумбии, большинство песен сочинила сама. Она первая латиноамериканская саксофонистка, которая выступала в Белом доме в Вашингтоне. За свою творческую карьеру Андреа объездила множество стран и уже выступила в странах Азии, Латинской Америки, включая Тайвань, Таиланд, Малайзию, Перу, Эквадор, Панаму, Канаду и США. На сцене Андреа Фарфан. Встречайте! El tiempo en el reloj y ahora es muy tarde para detener tu amor. No pudo ser, te adueñaste de mi ser. Soy una esclava de tu corazón. Yeah.
el tiempo en el reloj para que nunca termine nuestro amor. Yo seguiré siendo esclava de tu piel, de tus deseos, seré tu perdición. Курсантам мы симпатизируем особенно. Итак, встречайте, группа Бойкот. Мама, голос твой родной звал меня домой, а теперь тебя нет рядом. Мама, глаз лучистый свет ограждал от бед и был лучшей наградой. Мама, мною ты жила, за руку вела, поднимала, если падал. Ты далеко, не увижу вновь, но твоя ледяной, этот дом стоит пустой, но я слышу который раз звук шагов за стеной, очень тихий голос твой, жду, что выйдешь ко мне сейчас. Вижу я в зеркалах, таковою ты была, мне явилась из пустоты. Знакомый такой, здесь остался запах твой. Мама, ну где же ты? Утекают года, не оставив следа, но ты в сердце моем не умрешь никогда. Мамин образ родной остается со мной навсегда, навсегда. Я стою
старший сын в твоем доме пустом застыл. Так хотел бы обнять и люблю тебе сказать: мама, ну где же ты? Я думаю, что ты не догадываешься, с какой страны наша следующая конкурсантка. Именно выступление Уэнди Молтон, представляющей Багамские острова, позволит нам на несколько минут перенестись в эту сказочную страну, ощутить соленые брызги, услышать шум прибоя и насладиться летним настроением. Итак, Уэнди Молтон. Your love is all I know.
Спасибо. Я надеюсь, что выступление нашей следующей вокалистки станет запоминающейся и яркой точкой нашего конкурса. Да. Я в этом практически уверен. Талана Габриэл представляет на нашем конкурсе Израиль. Она с удовольствием исполняет классический современный джаз и современную эстраду. На сцене представительница Израиля Талана Габриэл. Come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. Более 35 лет солистка легендарной группы Бонни М. Нет ни одного уголка в мире, где бы не знали и не слушали песни в ее исполнении. В настоящее время она продолжает активно гастролировать, имеет в Англии свой собственный лейбл Dub House Records и много времени уделяет благотворительности. На сцене фестиваля «Белые ночи» Санкт-Петербурга Лиз Митчелл. Hello! Sunny, are you ready for Sunny? Da? Can I ask you to clap your hands for me? Come on. Hey. Oh.
The next song I'm going to sing is entitled Let It Be, and it's dedicated to my charity, which is to help young people, especially those who are less fortunate. Thank you. Let it be. Peace and love to everybody. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in a world of grief, there will be an answer, let it be. And though they may be parting, there is still a chance that they might see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Нас ожидает встреча с легендой. Легенды о романтике, красоте. И о романтике, о красоте. Группа, которая сейчас выступит на этой сцене, в основе творчества этой группы лежит, конечно же, любовь. Любовные переживания, жизненные коллизии и исторические темы. Ну и помимо всего прочего, это настоящие легенды мировой рок-музыки. Дамы и господа, встречайте. Группа Тин Лизи. Are you ready? Thank you.
Are you ready to rock? Are you ready to rip it up? You know what I'm talking about. Are you ready to give it up? Are you ready to dance? Are you ready to hit the floor? Are you ready now? Is it you ready? We're ready. Are you ready to rip it up? Are you ready to hear the roar? Are you ready now? Is you ready? We're ready. Look out! Dancing in the moonlight.
Спасибо! Thank you very much. Дорогие друзья, к сожалению, сегодняшний день наш конкурсный подошел к концу. Но завтра-то состоится финал. Завтра мы встретимся с лучшими конкурсантами из сегодняшних участников. И мы узнаем, кто же станет победителем ежегодного международного музыкального фестиваля «Белые ночи» Санкт-Петербурга. До завтра! До свидания!